Твой голос не может быть слышен в этом месте. Тебе не нужно представляться самому. Я знаю, кто ты. Ты Санса, и ты живешь в временной линии настоящего пацифиста. Ведь это же прекрасно, когда люди и монстры живут вместе на поверхности. Твой брат, твои друзья, все счастливы, не так ли? Тебе не приходится сражаться, верно? И тебе не нужно снова использовать свою силу. После всего этого никто не причинит тебе вреда. Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь сказать? Ой, не волнуйся. Твоя временная линия никак не изменится. Вот только... Можно сказать, что никто не заметит разницу, если ты исчезнешь. Потому что... Я... Это... Ты... Эй, стой, успокойся, я всего лишь шучу. Я просто хочу, чтобы я немного развеселилась перед своей смертью. Мне осталось жить всего один день. Я больше ничего не прошу. Пожалуйста, дай мне провести время с теми, кого я люблю. Дай мне остаться в твоей временной линии. Я никому не причиню вреда. И... Эй, куда ты намылился? Я еще не закончила. Всегда будь начеку. Тебе нужно было слушать Андайн, когда она давала тебе этот совет. Я всего лишь хотел несколько минут, но теперь твой эгоизм дал мне много лет жизни. Это было гораздо легче, чем просто хорошо к тебе относиться, а? Этой части души хватит, чтобы у меня была новая, прекрасная жизнь в твоей вселенной. Давай, Санс, не смотри на меня так. Я тебе всего лишь дал долгий перерыв, который будет длиться... вечно. Ты никогда не найдешь счастье в чьей-то временной линии, Кросс. Опять ты! Проваливай! Или я уничтожу эту временную линию навсегда! Больше никакой пацифистской фигни! Перестань дурачиться, Кросс, и отдай мне его часть души, и мы пойдем домой, хорошо? Уходи! Сейчас же! Ой, ну ты серьезно? Ну, ты сам попросился. Санс, будь позади меня, я попытаюсь сделать все быстро. Думаю, моя очередь. Прекрати делать это! А я ж тебя предупреждал. Стоит признаться, мне это доставляет удовольствие. Мне все равно, если я тебя убью, Инг. Достаточно. Ты действительно думал, что твоя тупая кисточка сможет остановить меня? Вы все слабаки. На твоем месте я бы помолчал. Ведь ты не знаешь, что такое креативность и стратегия. Что? Нет! Санс, сейчас! Слушай, приятель, я не знаю, что ты задумал и как ты тут оказался, но тебе пора бы прекратить это сейчас. Прошу, верни мне мою душу, и я уверен, что я и этот художник тебе поможем. Кросс, я обещаю, что все будет хорошо. Пошли домой. Я уверен, мы найдем другой способ, чтобы... Я всего лишь не хотел своей смерти. Просто мне нужна... Решимость! Она еще есть в вашей вселенной. Нет, стой! Блин, отстой.